Здравствуйте, мои дорогие друзья! Надеюсь, у вас все хорошо. Вы живы, коронавирусом не болеете, много времени проводите на свежем воздухе и про лепку не забывайте. И это прекрасно. Я же продолжаю исследовать тему сиреноголовых. Ко мне в руки попала вот эта фотография. Уверен, что многие из вас уже знают, кто изображен на этом фото. Да? Знаете? Кликнули на лайк? Прекрасно! Да, это великая мать Мегафон. По неофициальным данным, мать Мегафон самая тяжелая и самая высокая из сиреноголовых. Ее вес достигает 10 тысяч тонн, а рост 100 метров. Оказывается, что это не совсем так. Как вы видели на фото, которое я только что продемонстрировал, мать Мегафон гораздо ниже, чем другой сиреноголовый, находящийся поблизости от нее. Но мы видим, что у нее действительно одна голова, а не две, как у многих сиреноголовых. Лично для меня в этом нет ничего удивительного, поскольку я давно знаю о существовании бабушки сиреноголового, которую я слепил еще в начале апреля. У бабушки тоже одна голова. Ссылочку на ролик про бабушку сиреноголового вы можете увидеть как в описании к этому ролику, так и в подсказке. Почему ее называют великой матерью мегафонов? Действительно ли она родила сиреноголового или других сиреноголовых? Я в этом не уверен. Дело в том, что далеко не факт, что сиреноголовые размножаются так, как размножаются люди или другие живые организмы на нашей планете. Точных данных о способе размножение на сегодняшний день не существует. Но я продолжаю работать в направлении исследования данного вопроса. Поэтому, называя данного персонажа великой матерью Мегафоном, подразумевают прежде всего ее почтенный возраст, то есть более 44 тысяч лет. Но и в этом вопросе есть неувязка. Поскольку наши исследования показали, что сиреноголовые существовали очень давно. Они жили одновременно с динозаврами, то есть несколько десятков и даже сотен миллионов лет назад. И вероятно, именно сиреноголовые послужили причиной исчезновения динозавров на Земле. Вы можете посмотреть ролик про удивительные находки Джима. Ссылку на этот ролик вы найдете в описании и в подсказке. Исследование подтверждает, что действительно вокруг матери Мегафон существует сильное электромагнитное поле. С чего бы это, а? Не догадываетесь? Разве живые существа, такие как мы, люди, или другие животные имеют сильное электромагнитное поле вокруг себя? Что-то не клеится. А что имеет вокруг себя сильное электромагнитное поле? Правильно. Вокруг магнитов. А также вокруг движущихся заряженных частиц. То есть вокруг тех объектов, по которым проходит электрический ток. И что же это за объекты такие? Догадываетесь? Что может отключить электрические приборы? Правильно, молния! Но молния длится только доли секунды. А вот сколько длится разряд энергии у сиреноголовых? И почему он возникает? Кстати, если вы еще раз взглянете на фотографию, которую я уже демонстрировал в начале ролика, то увидите,
что между головой сиреной матери мегафон и другим сиреноголовым отчетливо наблюдается электрический разряд. Возникает вопрос, что происходит во время такого разряда? Может быть, сиреноголовые таким образом разговаривают, то есть обмениваются информацией? Или, возможно, они таким образом подпитывают друг друга энергией? Пока ответить на этот вопрос мы не можем, но я продолжаю изучать его, и вполне возможно, что в обозримом будущем смогу дать ответ на этот вопрос. Идем дальше. Данные о том, что мать-мегафон издает звуки с громкостью 172 дБ, вполне правдоподобны. Об этом свидетельствуют документальные записи, фиксирующие звук взрыва бомбы, падение метеорита и извержение вулкана. Еще я хотел бы упомянуть о причислении матери мегафона к категории разрушителей миров. Насколько оно правомочно? Какие миры они разрушают? Во всяком случае, разрушить наш мир им пока не удалось. Или они просто не намеревались его разрушить. Какая великая мать мегафон. Похоже? Не забывайте подписываться на мой чудо-канал для того, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих не только в моем пластилиновом королевстве, но также и при поиске SCP-фонда и различных исследований в области монстроведения. А приветы сегодня получают Голди Фокси, канал Фьюри Плей, канал Эко Тюб, Алим Плюс Тангелов, Вова Петров, Димон Димон, Супер Бравлер, канал Черный Ток, канал Клей энд Плей, Фокси Блэк,